Необычные транспортные средства можно встретить на дорогах Могилевской области Белоруссии. Житель деревни Княжицы и животновод местного хозяйства Алексей Усиков переоборудовал старую Audi 80 так, чтобы в нее можно было впрячь лошадь. Кузов подарил ему в прошлом году сосед. Алексей разрезал его пополам и заднюю часть превратил в повозку, которую местные жители нарекли «конемобилем». В машине по-прежнему работают дворники и фары, а тепло в салоне поддерживает маленькая печка, которую водитель-кучер топит дровами. Получше, чем под открытым небом. И видимость хорошая, грубо говоря, с той стороны, ага, видишь, ага, там коровы. Мощность мотора – одна лошадиная сила, зато живая. Четвероногая помощница по кличке Зорька служит Алексею верой и правдой уже 17 лет. Она впрягается в эту повозку и летом, и зимой. На шею надевается хомут, а управление осуществляется при помощи вожжей. Но главная гордость Алексея – это установленная в салоне конемобиля акустическая система. Она позволяет даже в самую ненастную погоду оставаться не только в тепле, но и поддерживать хорошее настроение извозчика при помощи любимой музыки.